Друзья, с вами снова программа Bittrex24 спрашивает, и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1С Bittrex. Сегодня мы в студию пригласили эксперта, который лично консультирует первых лиц очень крупных компаний, входящих в топ-100 Forbes. Не только таких, например, мое любимое издательство «Ман Иванов и Фербер» работает с ним по сессиям личного коучинга. И это Филипп Гузенюк. Филипп, приветствую, рад видеть. Друзья, привет. Сегодня поговорим про то, как выстраивать долгосрочные стратегии в условиях неопределенности. Сначала подпишитесь на канал 1С Bittrex для бизнеса, ставьте лайк этому видео. И сегодня в описании есть методичка про то, как продавать в соцсетях и мессенджерах. Скачайте, я думаю, что это может быть интересно. Сегодня к нам в студию приехал Игорь Донченко из компании «Оптимизация». Игорь, рад видеть вас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, я руководитель компании «Оптимизация» Игорь Донченко, являюсь ее собственником. Мы уже как 14 лет на рынке. В свое время мы занимались SEO-продвижением. В 2016 году наша организация потерпела крах в этом направлении. И мы нашли для себя классное, крутое направление в рамках внедрения Bittrex24. Продукт нам очень нравился, мы его давно использовали в организации, еще с 2011 года. Даже покупали сами лицензию. Поэтому нам показалось, что мы в нем разбираемся, но по факту пришлось наращивать очень сильные компетенции. Сейчас мы в первую очередь сконцентрированы на внедрении Bittrex24, на настройке CRM-систем. Также мы выпустили недавно новый продукт, называется он «Проектная кампания», который является отраслевым решением Bittrex24. И как Филипп уже анонсировал, мы поговорим о том, как выстраивать долгосрочную стратегию в условиях неопределенности. Ну, я думаю, тут много разъяснять не нужно. Все считали, что мы живем в мире неопределенности, пока не наступил 2020 год. И все поняли, вот она, настоящая неопределенность. Игорь, что конкретно вас и ваш бизнес беспокоит сейчас, в этот момент? Мой бизнес в первую очередь сейчас беспокоит, насколько долго это будет неопределенность. Будет ли часто происходить это состояние неопределенности? И как в этом состоянии построить, ну, какую-то долгосрочную стратегию? То есть как выстроить шаги, которые приведут к долгосрочному результату, не краткосрочному, тактическому, который там можно там, на 1, 2, 3 месяца закрыть, а ну хотя бы на 2, 3 или 5 лет. Мне кажется, очень релевантный вопрос для всей нашей аудитории. Давайте послушаем Филиппа. Прям вот я сейчас улыбаюсь, потому что вопрос действительно очень крутой, классный, актуальный. И там есть ряд таких сдвигов парадигмы, которые сейчас происходят. Я в теме глубоко, провожу 50 стратегий в год в компаниях там, крупных и средних в основном. И вижу последние 3 года радикальный слом вообще стратегического менеджмента. Происходит переход от стратегии к стратегированию. От попытки написать тот самый документ, где есть ориентиры на 2, 3, 5, 10, 15 лет, к пониманию, что стратегия – это определенное свойство топовой команды и определенное качество процесса думания о стратегии. Поэтому я не хочу сказать, что какие-то ориентиры дальние, они уходят, они все равно там есть, да, но ставка делается, если там раньше, допустим, да, вот там можно было раз в год провести стратсессию, там, поставить себе там цель на 5 лет вперед и поставить KPI на год и по этим KPI жить. Сейчас лучшая практика – это стратсессии раз в квартал, где мы постоянно как бы гибко, адаптивно пересматриваем наше видение, наши там цели в районе года и квартальные спринты. Если мы посмотрим прямо на примеры, ну тот же Apple, чем Apple интересен в стратегическом смысле? Вот там у меня коллега сидит с директором по стратегии Apple за одним столиком. И что говорит человек? Что говорит Филипп, все наши продукты, ну, которые мы делаем, могут поместиться вот на журнальном столике. Это все, чем занимается наш стратотдел, мы занимаемся дизайном будущих партнерств внутри экосистемы. То есть там стратегия мыслится не как наш план, да, а как проектирование цепи сложнейших взаимоотношений со всей экосистемой мировой. И чем Apple уникален? Тем, что это компания, которая научилась делать, ну, она решила проблему большинства крупных компаний по созданию реально крутых спин-оффов. Потому что они умеют как бы взять, как бы, да, вот, ну, вот мы видим Apple Watch, как бы разные там эти форматы, разные продукты. Они умеют отсадить психов, которые сделают большой продукт, и потом это интегрировать в основной бизнес. Поэтому вот эта история, когда они почкованием размножаются, да, она существует. Если мы берем там русские примеры, то вот я там, есть такой Сергей Солонин, может, знаете, Kiwi компания, да? Мы с ним работаем, и он говорит такую фразу, что, Филипп,
Значит, я, говорит, какое-то время пытался строить орг-модели, значит, ну, точные какие-то, да, вот выверенные. И, говорит, поехал в Стэнфорд, значит, нанял себе профессуру, все, ну, там есть возможность, да. И мы там сидели, обсуждали, вот как моя бизнес-модель будет выглядеть там через какое-то, через 10 лет. Вот. И, значит, разные споры, там вся эта история. И, говорит, в конце у самого старого профессора Седова спрашивает, типа, ну, как вы считаете, будет эта вот схема, да, эта модель будет работать? Он говорит, а типа, какая из моделей будет работать? Он так задал вопрос. А этот мужик ему говорит, слушай, будет работать та, в которую ты веришь. Да? И к чему он пришел, Сергей, да, вот он говорит, что, слушай, ну вообще без видения, ну невозможно, скучно. То есть, когда вижу, нет, то, ну, ты не можешь мотивировать людей, тебе непонятно относительно чего делать большие проекты, да, большие ставки, поэтому вижен должен быть. Но вижен есть, и дальше мы, говорит, живем, вот раньше, говорит, на 2 года планировали, потом на год, говорит, последние года 3-4 живем в режиме квартальных спринтов. Поэтому то, что я вижу, да, вот это некий вижен сильный, который компанию пропитывает, это некий ценностный фундамент. Вот там в вижене как бы есть элементы картинки будущего, есть элементы ценностные смысла, зачем мы. Имеет смысл сейчас определить какое-то видение, да, и, соответственно, на основании этого видения уже принимать тактические, получается, решения? То есть, или как? Или же требуется все же обозначать какие-то цели для каких-то подразделений? То есть, как в этих... То есть, каждый раз, получается, надо формировать цели, получается, каждый квартал цели формировать, каждый раз показатели продумывать. Нужно если проверить. В конкретику пойти, да, как это устроено, да, ну, может то есть, быть. Давайте развивать эту тему, как это делать дальше. Во-первых, я очень сильно разведу, что для каких-то компаний, я сейчас работаю там в производственной компании большой. Мы в целом пока тема охватим. Да, вот для производственных компаний от конкретного прописания стратцелей на 3-5 лет невозможно уйти. Ну, потому что ты вваливаешь там, да, миллионы евро в землю, забиваешь, тебе нужно эти решения принимать и огромному количеству там подразделений в этом решении жить. Поэтому вот это не везде то, что я говорю, оно применимо, есть ограничения. Мы начинаем с того, что в компании создается крест ДНК компании. Это, о, что это? Расскажи, да, это МВЦС, миссия, видение, ценности, стратегия. Где миссия – это зачем существует компания, ценности, как мы живем, что такое плохо. А видение – это фотография реальности через 3, 5, 7, 10, 15 лет. То есть как мы видим компанию, вот основные факты ситуации успеха компании. А стратегия – это механизм достижения видения в условиях там, внешних ограничений с внутренними вводными. Она состоит из страт-ориентиров, 3-5 основных страт-целей на какой-то горизонт, который мы выбираем. Угу. И раньше было в основном горизонты там 2-3 года, 5 лет делали такие. Сейчас как бы горизонты, как правило, сейчас делают варианты, когда есть годовые, двухлетние, трехлетние цели. То есть мы сразу же ставим такую как бы, да, по целям растяжку на 3 года. Вот. И второй элемент стратегии – это страт-проект, страт-инициативы, где есть список страт-инициатив, которыми мы достигаем этих страт-ориентиров. Но то, что меняется сейчас, знаешь что? Что если раньше мы вот это утверждали, и дальше мы работали в режиме там, «умри, но сделай», то сейчас появляются проекты, где «умри, но сделай», то есть нужно построить завод, все там как бы, да, эффективность, работаем. И появляются проекты, гипотезы. Я на знаю, уровне что... стартапов идет такая реализация, да? Ну, то есть да. Больше неопределенности даже, ну, то есть бизнес-модель неизвестная, много неопределенности по результатам, соответственно, запускается огромное число, ну, там, N100, допустим, да, проектов, и из них там рассчитываем, что 10 или там 2 отобьют все расходы и добавят ту необходимую выручку, которая нужна. Вот здесь, мне кажется, очень важно резюмировать. Филипп упомянул о том, что есть компании, которые без стратегии выжить в принципе не могут, потому что огромный, ну, скажем, объем денег они вкладывают в свое будущее и так далее. И есть компании, которые скорее работают в сегменте малого бизнеса. Игорь, наверняка вашу компанию тоже можно отнести скорее к малому среднему бизнесу. Давайте говорить честно, 90% компаний малого бизнеса стратегию в принципе не строят, да, и только, наверное, 10%, если не меньше, счастливчиков эту стратегию имеют. Я бы хотел здесь вас синхронизировать и понять, Игорь, вот конкретно в вашей компании стратегия – это, скажем, план на год, на 5 лет или что-то другое? Ну, скажем так, у меня был следующий вопрос. Отлично. Он как раз к нему тогда переходим. Он касался непосредственно меня, а не какой-то мифической стратегии какого-то производства. Замечательно. Давайте переведем как раз в самую практическую. У меня, ну, как бы в последнее время обратил внимание, что, в принципе, вообще перестал ставить цели перед собой и компания. Даже краткосрочно? Ну, вообще перестал, потому что они стали меня расстраивать. Расстраивает сам факт их недостижения,
я чувствую эмоциональную грусть от этого, мне потом не хочется лишний раз что-то делать, достигаются далеко не все цели, ну там какие-то достигаются, не несут, ну не приносят тот результат, который запланирован. Соответственно, у меня вопрос такой уже более конкретный, возможно, вы уже его раскрывали с учетом общей темы. А как ставить цели таким образом, чтобы не испытывать эмоциональное разочарование? Ну, остаться достаточно позитивным и двигаться дальше. Вот у меня вот хороший такой вопрос. Супер. У меня есть несколько ответов. Угу. Пара моделей и там пара историй. Ну, а что мы выберем? Вот у меня компания, в которой я партнер, один из ключевых, да, людей, это 25 человек. То есть бизнес малый, да, вот, то есть можно как раз там как примерно набрать. И мы ушли от стратегии 4 года назад, перестали ставить себе цели. Мы написали в графе «стратегия» два слова: «сверхтекучесть» и «все возможности». Это как что иметь сверхтекучесть? Что это такое? Максимальная гибкость. А, гибкость. Да? То есть у нас работают такие тройки, четверки консультантов, которые в разных рынках, как бы, да, в B2B и в B2C, делают крутые проекты. И с тех пор мы там, у нас все время было это вот мучительное, что нужно вложиться и как-то там вот внедрить этот проект, хотя в другую сторону как бы рынок куда-то тянет, да, вот эмоция позитивная там. Когда мы это сделали, мы примерно процентов на 40 в год растем каждый год. Вот на своем рынке это очень хорошие показатели. Поэтому совершенно нормально, как бы, не иметь стратегии и цели. Это вот один комментарий. А миссию? Миссия есть. Ну, она как звучит? Проявлять красоту настоящего в бизнесе. Мы работаем с компанией. Ну, она такая, а видение? Видение. Мы международная консалтинговая компания, которая занимается вот личным коучингом и стратегическими сессиями вот в этом. Ну, понятно. То есть там нет такого через 20 лет там захватить мир и все такое. Не. И тому подобное. И мы делаем мир лучше, да? Ничего такого нет. Ну вот. Я понял. Ну круто, круто. Мне нравится. А можно еще поподробнее тогда про эту ситуацию? Да. Очень нравится. Вот смотрите, что вообще нужно понимать, что есть два типа людей в отношении к стратегии. Есть стратегия, а есть оппортунисты. И оппортунист — слово такое нехорошее, ну как бы стратегия — что-то такое классное, типа вот я надолго там смотрю и все там выстраиваю. Но по факту оппортунист — это те, кто умеет быстро использовать возможности, развивается как бы, да, вот, ну, от живого, от жизни. И когда сравнишь, есть такая книжка, называется «Стратегия чистого листа». Это Марк Розен написал из ЭКПСИ, очень, ну, в этом смысле уважаемый коллега. Вот. А он говорит, что в России, когда вот тотальная неопределенность — это наше все, оппортунисты чаще могут быть успешнее стратегов. Потому что когда ты планируешь там в долгу, ты часто ошибаешься, потому что мир меняется быстро. И я считаю, что наступает время вот людей чувствительных к этому, где стратегия скорее правильно чувствительности. Правильно понимаю, если вообще, ну, совсем абстрагироваться от того, что вы говорили, а дополнить там другими данными, то получается, что есть понимание, ну, постановка стратегии на уровне там, как так называемого эмоционального интеллекта, когда человек оперирует большими данными, не понимает, что вообще происходит, но чувствует, что что-то должно случиться. Это, скорее всего, история с прошлого или еще с чего-то. И логическое мышление – это когда мы, ну, реально пытаемся логически себе объяснить, доказать, что вот это случится. И, наверное, вот это разделение, которое мы сейчас простроили в голове, это вот история про логическое и эмоциональное. Ну, по два состояния интеллекта, просто у кого-то больше преимущества берет. И, наверное, вы сейчас намекаете на то, что в связи с тем, что данных слишком много, то скорее стоит меньше опираться на логическое, а больше на эмоциональное. Как, ну, это есть, у вас устроено? Вы как про себя чувствуете? Я себя и так чувствую. Бывает очень логично, бывает чрезмерно эмоционально. И вот тогда бы я начал вам аплодировать стоя, потому что еще один разрез, по которому можно эту тему посмотреть, возможно, так... Стоя? Стоять? Ну, прям я встану, аплодирую вам в этом смысле. Да? Потому что это очень круто. Я понял. Потому что есть такой еще термин «логика действия стратега». Есть Гарвард, Оксфорд, Кембридж. Они занимались исследованием лидеров. И они вот исследовали, как развивается лидер с точки зрения подхода к миру, к бизнесу, по степени зрелости его картины мира. Есть логика действия достигателя, где я ставлю цели, на них фокусируюсь, достигаю вот такое, да, такая история. Mm-hmm. Есть там следующее, это индивидуалист, когда я больше про чувства, ощущения, переживания, как бы, да, вот как я, вот как, куда там левая нога хочет, да, эта история. А есть стратег, это следующий уровень, который скорее большое «и». Эти люди, они интересуются стратегическими теориями,
Они изучают интегральный подход, там, теорию систем. Вот прямо им интересно про... Они собирают данные очень внимательно. Они очень сильно в материале. Это вот не просто вот так вот, как бы, да? Глубоко в логике, в материале, в цифрах человека, в исследованиях. И при этом, да, они решения, вот погрузившись в данные, принимают интуитивно потом. Когда у тебя... Ты двуногий футболист, ты можешь играть с левой ноги и с правой. Это история. Ну да. Давайте проверим, ответили ли вы мне на вопрос. Вопрос звучал так. Как мне ставить цели, не расстраиваясь? Mm-hmm. В связи с тем, что я их не достигаю. Ну, вот так, если вы простите его. Соответственно, то есть я для себя формирую ответ, правильно? Можно же так сделать? Конечно, даже нужно. Отлично. Значит, чтобы мне не расстраиваться, мне нужно принять тот факт, что можно логить. Ну, подождите, я вот понял, что лучше пока цели не ставить в целом. Ну, вот мне понравилась ваша тема с этим... скажем так, кругом людей, которые двигаются достаточно, ну, скажем, на интуиции, да, то есть, наверное, так можно разграничить. Есть, значит, интуитивное состояние, то есть к нему надо привыкнуть, то есть ты вот поставил цели, и ты принимаешь, что цели поставил эмоционально, соответственно, эмоциональную реакцию получил, да, ну, какую-то там, либо положительную, либо отрицательную. Есть цели логические, соответственно, если ты логически ее ставишь, то она логически, надо как-то ее проговорить так, что ли. Я вот не получил ответ, мне кажется. А мне кажется тоже, что вы не получили ответ. Да, я пытаюсь себя убедить в чем-то, но у меня не получается. И это не то, что я хотел бы, чтобы вы делали, потому да? что для меня тема очень многослойная, я хочу показать как бы, да, разные ее вообще измерения, угу. чтобы можно было потом принять решение. Потому что вот еще один слой такой есть. Я ни в коем случае вообще прямо не хочу сказать, что цели не нужно ставить. То, что мы смотрим статистику, ну, посмотрите, да, там вот там OKR, да, допустим, John Doerr, это система целеполагания в компании Google, там цифры прямо есть, что только 51% компаний ставят себе цели на год и качественно их каскадируют. А при этом только 6% компаний цели ежеквартально пересматривает глубоко. И вот эти вот 6%, они в 3 раза быстрее развиваются, чем те, кто цели не ставят. Поэтому вот то, что я вижу, куда прямо сейчас вот для малого и среднего бизнеса, куда сейчас идет волна у нас в России, вот OKR докатилась до страны, да, и вот эта история, что у меня есть цели на год, но которые в логике OKR ставятся не так, что вот это вот фиксированный план я должен уметь и сделать, а скорее как такая цель, как бы цель в звезды, да, эта история. И ежеквартальная глубокая пересборка, когда ты ежеквартально, ну, как бы себя оцениваешь, что смотришь, и не в режиме, что я плохой, как бы, если я не сделал, а в режиме, а что я могу улучшить, то вот эта вот штука работает. И еще один аспект последний скажу здесь, что я бы смотрел в сам корень, а почему я расстраиваюсь, если я не сделал. Потому что, может быть, там есть некое отношение к целям и к себе, которое, будучи таковым, будет вас, ну, выжигать, а если мы его поменяем, то можно будет и ставить цели, и быть молодцом, как бы, да, и мотивироваться. Мне бы хотелось понять, в связи с тем, что сейчас происходит, и я думаю, будет происходить дальше, как вообще, в принципе, психологически принять это состояние неопределенности? Потому что есть осознавание того, что ты незначителен, есть осознавание того, что твоя компания незначительна, есть понимание того, что появляются какие-либо случайности, и эти случайности, им нужно пользоваться. И как вот научиться правильно брать эти случайности, как их распознавать, и как принять эту неопределенность? Вот у меня такой вот вопрос к вам. Ну, прям давай расскажу историю из жизни, как я это чувствую у тех людей, кто это умеет делать, кто живет мне просто хорошо, и модель прям самую лучшую, которую я знаю про это. Отлично. И жизнь такая штука. Работаю с женщиной, она масштабный бизнес очень у нее большой, там, десятки тысяч человек. Она говорит: Филипп, я поняла, чем я отличаюсь от своих топов. Я говорю: чем? Она говорит: им, чтобы чувствовать себя спокойно, нужно понимать, что у нас вот цели на 3 года такие, на год вот такие, у них личный KPI вот такой, и он выполним. Вот тогда им спокойно. Говорит, а я, ну она там в кабинет там, к Путину ходит условно, да, то есть она вот на этом уровне политики, она все смотрит, мировой, она говорит: у меня уже давно нет иллюзии определенности, потому что я понял, чего стоят все эти цели. Говорит, я живу много лет уже в состоянии хаоса, потому что я вижу, что это хаос. Но, говорит, иначе мне и не интересно, иначе скучно. Говорит, я опираюсь на хаос. Вот это, если, ну, я вижу, что улыбаешься, да, вот чувствуешь это, да, про что оно. А теперь про вот, ну, жесткую такую конкретную модель. Есть такая Кэрол Дуэк,
Ее звали прямо в Microsoft, когда там было радикальное изменение, они акции с $30 за штуку выросли за 7 лет до 230. Угу. Вот она была в основе этого изменения. Это Кэрол Дуэк, они прям с ней работали. Она что говорит, что есть у человека две установки внутри. Установка на данность, установка на рост. Установка на данность — это отношение к себе как к чему-то фиксированному. Вот я такой, какой есть, у меня такие таланты, такие способности. И я хороший, потому что я вот такой, понимаешь? Ты говоришь про собственную значимость, да, вот я вот классный, потому что у меня такая компания. И у каждого какой-то свой размер там этой яхты, которая с другими мерится. Вот, и как ты думаешь, если вот у меня установка на данность внутри, я фиксирован, я константа, то как я отношусь к изменениям снаружи? Отрицательно, 100%. Это угроза, это риск. Да? Яхты могут увести. Да, то есть я привязан к этому, и оно начинает, как бы, у меня, потому что центр тяжести вынесен наружу, как бы, да, и это внешнее... И все зависит, есть ли у меня яхта или нет. А если нет, у меня есть там часы, там, у меня есть там что-то еще, там, да, ну к чему я привязан. Это когда я к себе отношусь, что, ребят, я постоянно меняюсь. Я вчера был один, сегодня как бы во мне что-то развивается. Я скорее река. То есть у меня метафора, что вот не я вот, да, стойкий лайн солдатик, а я скорее живая река. И из этого состояния мне очень интересно, что за поворотом. То есть любые изменения — это приключения. Я вот таких людей знаю, когда все говорят, как нам, вот, да, как нам сохраниться в неопределенности. Как только ты вот про сохраниться, как только ты про, да, вот как-то справиться, да, это не про антихрупкость. Вот живые системы, они, их неопределенность закаляет. То есть ты, если ты как бы открытый и любопытный, и тебе прикольно и интересно, то тебя неопределенность, просто это возможность очень круто и интересно прокачаться. И вот когда вот в тебе это вот, ну да, этот ген, эта улыбка в глазах есть, тебе интересно, да ты с горы свернешь. Вот я так думаю. Ну, отличный ответ. Прекрасно. Спасибо. Спасибо, Филипп. Очень полезно. А мы перейдем к острым вопросам, которые мы задаем участникам нашей дискуссии. Обычно это гипотетический вопрос о некоем бизнес-кейсе. Но, Игорь, тебе сегодня повезло, мы зададим тебе абсолютно реальный вопрос. А раз мы говорим про условия неопределенности, то, опять же, это время, которое многие воспринимают кризис как угрозу или потерю, а многие как возможность. Скажи, пожалуйста, вот в текущем, давай его назовем карантино-кризисе, что потеряла твоя компания, от чего, возможно, тебе сознательно пришлось отказаться, от каких-то планов или, например, сотрудников, а что приобрела? Хороший вопрос. Значит, в целом потеряла что? Ну, потеряла место дислокации. То есть мы съехали с офиса. Ну, точнее, мы не съехали, мы просто сначала платили за него, потом съехали в значительно меньше офис. Это вот единственное, что потеряла. Второе, наверное, потеряла личное общение с людьми. Ну, то есть вот эта коммуникация. Что приобрела? Ну, приобрела очень много всего. На самом деле, расскажи. Я просто искренне рад этому, что случилось. Во-первых, у меня стало гораздо больше личного времени. Раз. Во-вторых, перестали какие-то бестолковые обсуждения происходить. Это просто дичь какая-то была. Вот эти бесконечные какие-то беседы, какие-то обсасывания каких-то незначительных моментов. Вообще теперь этого всего нету. То есть все конструктивно. Если надо, в чат напишет. Лишний раз не звонят. Что еще? Ну, мы начали строить удаленный отдел продаж. Мы вот активно строим. Первый раз у нас не получилось. Мы решили это сделать через найм ропа. Но все это очень долго. То есть все ропы, они хотят там разобраться, хотят выстроить продукт, разобраться в продукте, все это очень долго. В итоге мы, ну, потратили на них целый месяц, где-то, наверное, может, полтора. Это сильно расстроило, это как раз та цель, которая сильно расстроила. Потому что, ну, вот чувствуется, что вот надо сейчас делать отдел продаж, нужно делать его удаленным, нужно создавать много ресурсов, нужно создавать много этих сценариев продаж разных рода, там, подключать большее количество продуктов. Вот, ну, сделали, решили упростить эту немножко нажим, решили строить сейчас через, скажем так, конвейерные такие цепочки, через таких поиска, таких не, скажем так, не самых сложных по пониманию в плане продажи сотрудников, то есть, которые будут там давать там какую-то предвичную лидогенерацию. Вот, то есть, ну, на самом деле, потеряли мы офис, потеряли мы личное общение, потеряли конструктивные, деструктивные какие-то вот эти эмоции, которые тоже приобрели ну, много возможностей, связанных с выстроением, то есть с отсутствием ограничений теперь в плане того, что нет требований сейчас Нижний Новгород там, или Москва. Ты просто делаешь
делаешь и работаешь с тем, где, с кем удобно, то есть плюс 4 часа это уже неудобно, как бы, ну, только вот это является критерием сейчас, что страна спасибо, слишком большая. Спасибо. И мы всегда просим эксперта прокомментировать ответ нашего гостя. Возможно, есть какие-то возможности, которые Игорь пока еще не увидел или упустил. Очень интересно услышать твою рекомендацию. На что обратить внимание? Мне так сложно говорить, потому что не глубоко понимаю, но вот то, что мне приходило, когда ты говорил, такой, знаешь, хэштег «удаленка сближает». Когда ты говорил про эту вот потерю личного общения, я просто знаю компании, где так организовано общение на удаленке, что они стали ближе друг к другу, и прям вот, ну, это, я считаю, для многих бизнесов вот эта точка, что мы стали чуть дальше, да, и вроде меньше пустых разговоров, но хочется как-то быть в контакте. Вот я внимательно смотрел в эту точку, как можно, какие форматы есть в удаленке, чтобы быть прям вот, ну, по-настоящему чувствовать друг друга. Вот я туда посмотрел. Отлично. Большое спасибо. Друзья, мы завершаем очередной выпуск программы «Bittrex24 спрашивает». У нас в гостях был Игорь Донченко из компании «Оптимизация» из Нижнего Новгорода. Игорь, я надеюсь, что после сегодняшней передачи тебе будет чуть легче справляться с неопределенностью. Надеюсь, что те рекомендации, которые Филипп давал, они помогут и тебе, и слушателям нашей программы. А мы, друзья, ждем вас в следующий вторник. До новых встреч в программе «Bittrex24 спрашивает».